Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек, и сегодня смотрим трансляцию «Мы робот» от Теслы. Сегодня представляет полное автоматическое такси на автопилоте, и сегодня мы увидим что-то очень интересное. Друзья, я уже посмотрел, вот идет Илон Маск, рядом космонавт, соответственно, и это будет очень круто. В действительности презентация прошла 10.10.2024 года, и вот оно, друзья, беспилотное такси. Маск садится на него и уезжает на сцену. Посмотрите, какой прикольный дизайн, колпаки какие. И это действительно похоже на будущее. Машина полностью на автопилоте. И это, друзья, не все. Все думали, что просто Маска будет презентация автоматического парка такси, да, например, то, что беспилотное такси, но это не все, друзья. Сейчас вы дальше увидите, что здесь у нас будет на презентации. Это больше как вечеринка. У них уже в этом месте ездит более 20 такси и будут возить гостей. Тем временем Маск едет на сцену прямо по оживленной дороге. Там он велосипедисты ездят и так далее. Вот Маск выходит и приезжает. Маск выходит на сцену, после чего он рассказывает некоторые подробности о такси, о будущих технологиях, скажем так, и его видении. И примерно все это будет в 2027 году. И они уже начнут производить данные автомобили. Как говорит Маск, что вы сможете их тоже купить и, соответственно, потом, грубо говоря, сдавать в такси и на этом зарабатывать. Также здесь будет речь про то, что сколько парковочных мест можно будет сэкономить, если машины будут на автопилоте. То есть стояние в пробках и тому подобное, да, поскольку электромобили сами по себе намного экологичнее, потому что вы можете заряжать их от солнечных панелей, от ветряков и так далее. И, соответственно, вот это все поле запаркованными машинами превратится просто в зеленый оазис. Про что Маск как раз-таки сейчас и будет рассказывать. Вот, показывает, как такси будет работать. Ну, то есть, говорит, это будет что-то наподобие общественного транспорта, только который вы сами вызываете. Вы можете спать, есть там и так далее, играть. Там просто даже ни руля, ничего нету. Вот так вот выглядит. Из точки до точки. Также показывается, как был автопилот. Ну, то есть, все автомобили Tesla с какой-то марки смогут ездить на полном автопилоте. То есть, без использования подруливания человеком. И тут дальше Маск показывает как раз-таки, что автопилот, он будет гораздо безопаснее человека, потому что он рассказывает, что столько ситуаций они, ну, столько ситуаций автопилот пережил, скажем так, что человеку за 1000 лет вождения даже не получится пройти столько, получить опыта вождения. Вот тут дальше тоже будет очень интересный момент с тем, то, что они сделали индукционную зарядку для электромобилей, а также показывается автоматизированная система, которая убирает такси в автоматическом режиме, то есть после пассажиров, если он там что-то испачкал и так далее. И вот тот момент, когда говорят, что парковки стоит убрать, потому что если автомобиль ездит сам, он может запарковаться хоть в 100 километрах, например, да, и не занимать в городе вот такую огромную территорию. Здесь как раз-таки это и показывается. То, что можно будет озеленить город в буквальном смысле слова. И, друзья, еще одна новинка. Вот такой электрический, скажем так, общественный транспорт. Что-то типа нашей маршрутки. Она тоже на полном автопилоте и максимально будет вмещать до 20 человек. Также она сделана для того, чтобы можно было перевозить грузы в городе. Ну, либо где-то еще. Вот такой футуристичный дизайн. Но для наших дорог, я думаю, это не подошло, потому что у нее посадка, как мне кажется, низковата. Для наших дорог, конечно, и по нашему уму технологий, еще далеко до этого. Вот люди выходят. Выглядит внутри очень красиво, футуристично. Просто потрясающе. Но это, друзья, еще не все. Сейчас начинается самое интересное, то, чего я даже не ожидал. Поскольку презентация называется «Мы роботы, друзья»,
и выводят оптимусов, роботов. В достаточно большом количестве, друзья. И на этой вечеринке они будут обслуживать людей, в буквальном смысле слова. Выдавать напитки и какие-то вкусности. А также фотографироваться и ходить среди людей. Блин, насколько дошел прогресс, друзья, вы просто посмотрите. Пока некоторые страны занимаются совсем другим, в Америке просто семимильными шагами идет прогресс в технологиях, особенно роботов. Они спокойно шагают среди людей и чувствуют себя вполне себе в своей тарелке. Прогресс, конечно, у Тесла в этом смысле просто безграничный. Маск как раз таки показывает и рассказывает, что эти роботы смогут заниматься повседневной работой, от полива растений до игры с детьми, а также косить газон, то есть заниматься уборкой и так далее, раздавать напитки, как мы видим. Или быть просто вашим другом, написано тоже. Видите, продукты забирает. Вот такие технологии, друзья. А сейчас самое интересное такое, говорит, а теперь можете веселиться. И показывают роботов Тесла. Танцующих. И сейчас покажет, как робот стоит среди толпы и позирует для фото. Показывают все новинки как раз таки. На фоне при этом постоянно курсируют эти новые такси. И любой желающий может как раз таки там и прокатиться. Видите, уже там очередь практически. А вот, друзья, и робот, который раздает вкусности. Вы просто посмотрите. При том, что это была онлайн-трансляция, это не предзаписанное какое-то видео. Робот буквально раздает то, что, ну, указывают люди буквально. Вот он среди толпы стоит. Позирует и так далее. Блин, как же это здорово. Максимальный уровень технологий. Тут где-то даже был такой момент, не знаю, смогу найти или нет, а люди с роботом даже немножко поиграли, камень, ножницы, бумагу. И робот это действительно понял. То есть нейросеть там до такой степени развитая, что... Вот, видите? Камень, ножницы, бумага. Только что это было. И очень круто. И самое, наверное, последнее, что хочу показать вам, как бот, Tesla бот разливает напитки. Сейчас мы это увидим тоже. Вот, смотрите.
Он стоит рядом с разливочным аппаратом и периодически наливает стаканы. Ну, может быть, не в этом моменте, но в трансляции это где-то точно было. Вот, берет стакан и наливает. Друзья, как же классно, что это сделано. Да, может быть, не с первого раза все попадает, но это все в режиме онлайн транслировалось. Как же это круто. Как же это круто, чертовски. Так что, друзья, на этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. И полную трансляцию вы сможете посмотреть по ссылке в описании. Все, пока.